Привет всем, канал Сирокез и техосмотр на этот раз. Проведя какое-то время в ожидании своей очереди к заветным воротам технического осмотра, родилась здоровая идея. Конечно, думаю, она не только в моей голове родилась, но, однако, решил поделиться, раз уж пришлось столько времени ждать. То есть потраченное время велико, машин перед Новым годом огромное количество. Как видим, все они стоят, все что-то ждут. Я в 12 часов купил талончик, заплатил за техосмотр. И, собственно, так как номерок был еще далеко, я поехал кататься по делам. Делал дела, и иногда, вот вы видите, подъезжал и становился посмотреть, сколько у нас там осталось, каждый раз подъезжая и поглядывая на этот счетчик, который неумолимо приближался, значит, к моему заветному числу. Так продолжалось в течение 4 часов. То есть мне приходилось отъехать, подъехать. Можно, конечно, было с кем-то договориться, чтобы он позвонил, там еще как-то. Короче говоря, вариантов решения проблем много, но у меня возникла такая идея. Сейчас даже в банк я захожу через приложение на смартфоне, где даже банк, подчеркиваю, то есть это место, где безопасно, где хранятся денежки, и то мы доверяемся смартфонному приложению и спокойно себе входим и перечисляем там коммуналку и прочие платежи, которые мы хотим сделать. Почему бы тогда в ЦСДД при затратах на такие табло, на такие номерки, на все такое интересное и полезное, не вести такую маленькую дурацкую функцию? Приложение на смартфоне, которое бы показывало мне, какой сейчас номерок светится на экране. И тогда экономим 1000 литров топлива, которое не надо полить, чтобы приехать. Экономим эти очереди, экономим эти холостой ход в очередях. Люди стоят, греют машины. И вот эта вот заветная цифра просто-напросто на приложении в смартфоне высвечивается и в любой момент доступна. Это же в наш век сделать это, даже смешно об этом говорить, это сделать ничего не стоит. Это элементарно. Затраты по сравнению с модернизацией вот этой всей системы минимальные. Ну, а если еще дальше идти, то у каждого из нас есть ЦСДД аккаунт. Допустим, даже привязать это к этому аккаунту, когда я прихожу и оплачиваю техосмотр, значит, автоматически тот номерок, который мне выдает система, автоматом выдается. В приложении надо сделать опцию, допустим, предупреждать за 10 номерков до. Еду себе, приходит смс-ка, до вашего счетчика осталось 10 номерков. Все, подъезжаю, прохожу, все счастливы, все довольны. Такие дурацкие мысли. Всем удачи, всем пока, не кашляйте, проходите техосмотр вовремя. Всем пока.